знаете, ой, в том видео вы видели, как я любила, ну, кроватки и штурвал для котиков. Всегда. Вот сейчас давайте возьмем спина. Спина. Ой. Мне кажется, плохо говорю. Вот, смотрите, сейчас прикрепим. Ой. Это у нас будет резинка, чтобы кого-нибудь подцепить. У нас не получилось котика. Так, вы знаете, как наш получился штурвал. Как-то бесполезный штурвал, который не крутится. Так, давайте его уже прикрепим. Это будет колечко, чтобы спасать спасательный круг. Это когда они пойдут плавать, чтобы играться с ними. Корм. Ой, рыбу пропала. Бантик. Вы знаете, с того видео, когда я делала часик. Давайте, ой, уже пластик сюда. Все. Давайте пока класть. Будет много-много приключений. Я вам покажу, когда они приплывут. Но сейчас давайте сделаем, уже доделаем, что я доделаю. Так, вот у нас как получилось. Так, давайте в игровую комнату посадим. Вот это. Игровая комната. Так, ну у нас получилось очень круто. Если хотите, поставьте лайк, ну или нет. Я просто это не хочу говорить. Простите, но сейчас я вот так и сделаю. Так, все. Так. Вот наш груз. Давайте прицепим. Еще. И груз. Так, все. Сейчас прикрепляем. И они скажут, на какой остров у нас котики. Ну, я не буду рассказывать. Это они должны рассказывать. Это их, короче, команда. Значит, они должны рассказывать. Я хочу вам сказать, что поедем в следующем видео, поплывем на подводной лодке, знаете куда? Поплывем в этот, на Баракай, там будет много крабиков и много-много что-нибудь. Может, мы там увидим вообще даже наших родственников. Что мне сказать? А, ну, что хочешь. А, ну вот, ну мы не знаем, что мы запасаться будем, ну сейчас мы сходим к нашим детям, они у нас дома опять сидят, нечаянно не стерпели эту пересадку пока, а они пошли домой. И вот, сейчас мы будем это, как там, показывать, как у нас домик какой, который нам наша мама построила. Тоже, смотрите, главное, чтобы вы не потонули. Если вы потонете, тогда все. Вам конец, ну, надо в самом деле что-нибудь запасать. Так, Соня. Так, а я вам хочу сказать, если вы хотите сильно-сильно спать, скорее спите. Соня, хватит это рассказывать. Ты всегда это делаешь. И спишь, и ешь прямо в Соню. Они отправились на дорогу. Котята, угадайте, сегодня они уплыли опять, представляете? И представляете, я вам, что вам покажу, когда я на Баракай приеду.